Поздравляем вас с новым 2022 годом! Приветствуем всех на канале Wargame Rus, солдатики, история и моделизм. Традиционно под Новый год мы подводим итоги работы нашего канала и озвучиваем планы на новый сезон. Что было в годе уходящем на нашем канале? Начали мы 2021 год с фильма про наши детские игры в пластилиновых солдатиков. Удержание аудитории на этом видео предсказуемо ниже, чем обычно на нашем канале Wargame Rus. Мы планируем продолжать эти видео, по большому счету, не как коммерческий проект, а для рассказа о своем детстве и играх, в которые мы играли. Цель этих видео – сохранить для потомков игры солдатиков из 90-х годов 20 века. Думаем в начале 2022 года выложить еще фильм из этой серии. Так что подписчики, которые смотрят наши военно-исторические видео, не огорчайтесь. Мы продолжим создание фильмов и для вас. А те, кому дороги пластилиновые солдатики, помните, что мы про вас не забыли. Вторым в 2021 году вышел фильм про битву в Севтобурском лесу. Изначально планировалось выпустить всего один фильм на эту тему, но по мере написания сценариев набралось материала на 3 видео. А потом мы решили разобраться в этой тематике поподробнее, и у нас получилось целое исследование судьбы германского вождя Армения, его войн, политической борьбы, личной жизни. Каждый новый фильм получался лучше предыдущего. В мае 2021 года мы решили кардинально изменить качество видео на нашем канале. Для этого Алексей купил новый компьютер, и теперь появилась возможность монтировать кадры в наших фильмах при помощи игры Total War. Это существенно изменило качество фильмов. Теперь мы критически не зависим от фрагментов из чужих фильмов и картинок из интернета, а большинство необходимого нам материала можем снимать сами. При этом работа ведется на 2 компьютерах, что позволяет перемещать войска по местности согласно необходимому плану, а не хаотично, когда применяется искусственный интеллект для моделирования битв. Это значительно усложняет процесс съемки видео, но результат получается отличный. Также для создания сценариев к фильмам мы стали применять вставки из первоисточников, что довольно хорошо разбавляет рассказ, привносит интересные подробности, а порой полностью меняет представление о происходящих событиях. Первоисточник нужно еще суметь правильно интерпретировать. Иногда даже именитые историки в угоду своим концепциям вырывают слова из древних текстов для подтверждения своей правоты. В одном из будущих фильмов мы это покажем на примере легкой фальсификации, примененной Питером Каноли. Так что, кто еще не видел фильмы про войны и судьбу Армения, посмотрите вышедшие серии и ждите новых в 2022 году. В конце 2021 года мы попытались немного прощупать почву вне древнеримской тематики и сделали фильм про колесницы. В нем мы впервые применили новые для нас техники визуализации, в том числе и анимацию. Зрители в целом положительно оценили данную работу, и в новых наших фильмах вы также сможете видеть более продвинутую визуальную картинку. Также прямо в последние дни уходящего года мы выложили фильм про римскую артиллерию, а конкретно про карабалисту. Сказать, что за год качество видео изменилось, это ничего не сказать. Если честно, мы просто в восторге от получаемого результата. Надеюсь, зрители разделяют наши чувства. Есть и другие задумки, которые надеемся реализовать в новом сезоне. В начале прошлого года мы не думали, что римско-германская война займет столько времени и по сути весь год мы будем ею заниматься. В новом сезоне мы однозначно довершим рассказ про Армения и его войны, а также затронем Северную войну и продолжим раскрывать греко-римскую тематику, крито-микенскую цивилизацию и другие темы. Сейчас точно сказать не могу, начнем или нет тематику Великой Отечественной войны. Она объемна и сложна. К тому же может вызывать массу споров в комментариях, оценках видео, и это будет влиять на число подписчиков канала. Наше общество достаточно сильно расколото в плане оценок и взглядов на Великую Отечественную войну. Но если мы начнем в этом году выпускать такие фильмы, то будем предельно честны со зрителями. Не станем делать видео, стремясь угодить всем точкам зрения, а будем высказывать свои взгляды и тех исследователей, которые кажутся нам верными. Мы хотели бы поблагодарить всех спонсоров нашего канала. Сейчас их 3, надеюсь, в новом году их станет больше. Отдельная благодарность всем тем, кто финансово поддерживает нас, кидает донаты и переводит средства на карты. Ваша поддержка вселяет нас в уверенность, что мы делаем правильное дело и нужно вести свой канал, как бы трудно ни бывало.
Также хотелось бы особо отметить поддержку, которую оказали нам YouTube-каналы Варус Примаринатус, Триумвират, Секира, Саврамат, Блокпост, канал Славный Воин, История и Игровой Историк. Делясь ссылками на наши фильмы в своих сообществах и рекламируя нас в своих видео, они помогли существенно прибавить нашему каналу в числе подписчиков и количестве просмотров на видео. Со своей стороны скажу, что все эти каналы достойны внимания для любителей истории и военно-исторического моделизма. Если вы на них еще не подписаны, то самое время это сделать, чтобы не потерять эти каналы на просторах интернета и в новогодние праздники иметь возможность смотреть массу отличных видео на любимые вами темы. Особенно хотелось бы попросить поддержать канал Блокпост, так как у него все никак не удается выйти на 1000 подписчиков, а значит нет монетизации видео. А канал, который ведет простой сельский учитель из Вологодской глубинки, достоин внимания по своему содержанию. Тут и видео по созданию армии Московского царства и шведов 17 века, египетская армия фараонов и их ливийские противники конца бронзового века, начатая тематика по Северной войне, и прямо сейчас выходит видео про армию Петра I. Показано множество различных идей по созданию игровой местности, способов окраски моделей, позволяющих делать их качественно и быстро. Давайте дружно подпишемся на его канал, даже если моделизм вам не так интересен, как исторические видео. Предлагаю сделать школьному учителю и просто хорошему человеку новогодний подарок. Ссылки на все дружественные каналы вы найдете в описании к этому видео. Всех вас еще раз поздравляем с Новым годом. Увидимся на канале Wargame Rus. Пока-пока.